где снимали фильмы, наверное, раньше? Мама, здесь же все для этого есть. Увидели. Сейчас видим, сфотографируемся с ним. Зубы не мешайте вам. А он символ чего вообще этот лось? Потому что очень много лосей водится в Вологодской области. А не знаю, честно говоря. Так, памятник какой. Погибшим лосям. Молодожены вешали его табличками, теперь ездят. Ну да, наверное, в честь того, что здесь много лосей водится. Наверное, очень много лосей. Вот мы находимся. Водится. Где мы сейчас находимся? По дороге в Кириллов. Да. Из Ферапонтова в Кириллов едем. И вот по дороге такой вот памятник. Фотографируются вот этих статуэток. Да, да, да. Вот они все в парке. Кирилл и Белозерский монастырь. Куда все билеты покупают? Музей. Короче, мы сейчас прочитали, что вход сперва выставит быть платным сюда. Нормально. Вот так. Еще позаработает Кириллов. Но они поняли, что люди сюда едут, и можно сорвать куш. Но там что-то строится. Тогда бы лодки выстроили, да? Смотри, нет лодочек. Нет. Если я найду старые фотографии, приложу. А была такая здесь кафешка? Такой же аппарат. Может, мороженое хотите? Марина, наверное, хочет, а я равнодушна. Я равнодушна. Выпила. А вон там вот, не видите, вот написано, девушка, вон там, посмотрите, вот. Экспресс-цена, посмотрите, я просто слабо вижу. Ну, без стекла, смотрите. Так, экспресса 70, американо 100. Капучино 100. Какой-то латте 150. И все остальные по 100. Да. Нормально очень. Еще вот в эти чашечки наливают, вот эту дрянь, не то что стаканчик. Короче, вот эти рогульки у нас стоят. Сколько, мама, стоят они? 37 у нас. 37 рублей, здесь 100 рублей. Ну, я говорю, вообще... А здесь вообще даже не с мясом, а с какой-то там капустой. Да. С морковью. А с мясом вообще не
ничего нет, кстати, кроме этих сосисок химических. Нет, и вообще просто цены, ну просто я еще говорю, наши, наберите, говорю, тут здесь цена очень хорошая. Вот, хорошая. Она ушла, это она мне ищет 10 рублей. Ну ладно, я сейчас тут вам даст, и вы мне отдадите. Все, да, не нужна больше помощи? Да, вот туда. Как же мы будем с кипятком, Мариночка, ходить? Не хотела сидеть ты, да? Да, открытая цепочка. Давай сюда. Короче, народ возмущается здесь на цены. Ой, я чуть не уронила булочки. Последний раз, когда мы были, вот там сцена была, помнишь, Марина? Угу. Мы еще на редакции сидели на этом. Мы наоборот сюда сошли, еще... чтобы да, вас да, фотографировать. Еще здесь вроде бы было что-то. Марина, садись сюда. Мариночка, сядь сюда, чтобы Катя вас сфотографировала. А то здесь тоже удобно так сидишь, любуешься красотой. Сейчас мы посидим. А это что такое? Это капучино или экспресс? Капучино. Москвичи в шоке, центр. Здесь, короче, не одни мы возмущаемся, да? То есть, не одни мы в шоке. Короче, булочки простые от 100 рублей. Конечно. Без начинки 75. Вообще. Вот, ну а что? А люди все равно купят, какие есть. Да. Вот и все. Пусть 200 рублей. У нас по 4, по 2 дают сахара. А он большой. Вот так, мама, считай, да, так и... Просто чаек попили. Угу. 500 рублей. Не кладем еще Москва бы, да, как-то морально ты готов. Да, там Москва считается, а тут же деревня. Даже нет. Что? Будем работать. А, ну я ничего не трогал, давайте. Что-то не трогал. А что, это дорого, 100 рублей? Конечно. Ну да. Почти 3 рагульки. Белозерские почти 3 рагульки ты купишь. Короче говоря, белозерские рагульки, которые ты ешь с картошкой, стоят 35 рублей. 37. 37. А здесь? Они же типа 100 рублей. Они же готовят. Как белозерские не готовят? Нет, я и говорю. Давай. Купили по булочке. Там яйцо с капустой. И, кстати, даже не предложила разогреть, между прочим. Ей настроение целое не испортили. Ну, она на самом деле ни почему, конечно. Но она передаст привет. Один год был выход к озеру закрыт. Интересно, открыли его. Хорошо, солнышко вышло. Это мы ехали, дождик капал. Ну хоть мягенькая, я боялась, что она будет твердая. Да. Ничего сегодня на меня не делала. Неплохо, вкусно. Приятного нам аппетита. Нет, Ферапонтом мы уже были. Мы уже Кирилла. Кирилла Белозерском. Одна рагулечка 100 рублей. Представляешь? Слушай, эта женщина там из Москвы перед нами стояла. Она в шоке была. Пирожок с капустой, Леша, 85 рублей. Сочный, 100 с лишним. Вообще все в таком шоке. Эта женщина говорит, я вот хотела взять пирожков в дорогу, да? Нет, взяла коробку зефира Вологодского и еще какую-то коробку. Я говорю, пирожков не хочу. Так вот мы взяли два кофе, два пирожка и мороженое 501 рубль. Нормально. Мы тогда заходили где-то вот в углу был вход. Хотим подняться сейчас наверх. Не знаем, где вход. Thank you.
написано. Идем обратно, ищем вход где-то в самом начале. Раньше вход был здесь вот. И теперь служебное помещение написано. Теперь надо с самого начала заходить. Где-то там вход искать. Вот написано вход. А мы прошли мимо. Вход через туалет, походу. Эй, эй. Чего? Вход сосканируйте для получения дополнительной информации. А, да. Дендрарий также было. Туалет 20 рублей. О, давай, ага. 20 рублей, да. Еще туалет дешевый еще. Давай, Мариночка, забирайся. Касса, смотрите, мама. Мама, где вы там? Не знаю, куда-то касса. Да, есть, кто-то шевелится. Крепостные стены. Что-то я не поняла. Где написано? Скажите, пожалуйста, если просто походить, тоже платить надо? Слушайте, тебе года не было. Сколько? Да, все бесплатно. Еще ничего, хоть до 16 лет бесплатно. На том спасибо. Ну, так хорошо. 1 августа вообще вход платный был. Так что вот, вход теперь платный. Сколько раз мы ездили раньше, бесплатно было. Еще и лодки здесь были классные. Найду фотографии, приложу. Все было бесплатно. Теперь лодок нет, зато оплата есть. Куда идти? А, еще выше, да? Видишь, как интересно, Вероника не пошла. Она любит тоже всякие туннели. О, здорово как, смотрите. И кондиционер. Здорово. А мы тогда не заходили, да? Или я не помню? Подожди, нет, были. Еще какой-то зал должен быть. Костюмы. Встаньте там, я вас сфотографирую. Ну, поэтому есть за что брать оплату. Сейчас здесь больше открыто, чем в прошлый раз. Ого, там высота. Упасть бы. Ой. Ой. Ой, здесь уже наряжают. Так. Смотри, рыцари всякие в доспехах. Обязательно так ночью здесь походить, мама, ночью. А жутковато, да, как вот сейчас оживут вот это отсюда, смотри, с молоточком. Мама, ну в принципе есть за что оплату брать. Да, это выражение. Куда ты хочешь? Наверх еще? Выше хочешь? Смотрите, там еще проход есть. Смотрите, мама, и там еще проход есть. Так проходит. Это уже вот по второй арке. Thank you.
еще выше показали лет месяц. Еще выше, ого. А я боюсь высоты вообще-то. Марина не боится, да? Я не боюсь. Вот Веронику надо было заставить пойти. Ей бы понравилось. Она любит всякое вот такое. Это поддерживающее. Подожди, а туда можно подниматься? Нет, закрыта дверь. А, закрыта, все. Ну, не очень-то и хотелось. Мне страшно никак туда там лезть. Там еще, наверное, строится. Мне страшно туда лезть. Мама, что это все было? Я, кажется, чуть не провалила. А что это было? Я и тоже. Да? Конечно. Господи. Я лучше обойду эту же часть. Есть вертус, фотографируешь. А тут не качается. О, вид-то какой. Я не пойду. Пойдем вот в тот туннель. А здесь снимали фильмы, наверное, раньше? Мама, здесь же все для этого есть. По такому коридору мы прошли. Ты, Вероника. И Леша поднимал на руках. Ну, Веронику, наверное. Они не согласились подниматься, потому что очень крутая лестница. Мне тут задом спускаться. Ого. Давай, Марин, ты первая. Мне же все сливается. На ощупь. Нащупайте лесенку. И тогда только... Давай я. Ой, все, я спустилась. Смотрите, какие пушки. Настоящие. Сейчас будем выходить. А мы мимо прошли. Там крупно написано вход, а мы фиг куда туда дернули. А вот и лодочки, про которые мы говорили в начале видео. Эти лодки, они раньше были, ну, в самом начале, во дворе этого монастыря. Они постепенно разрушались, и теперь вот все, что осталось. Оказывается, их перенесли, какие тут остатки.
то, что осталось. Интересно, те же самые? Мне казалось, они больше были. А вы уверены, что те же самые? Те были такие грациозные, мощные. Надо фотографии мне найти, посмотреть. Вот то, что осталось. Еще продолжение, смотри. Ого. Вот это площадь здесь. Мы тут вроде никогда и не были. Интересно. По внешней стороне монастыря можно пройти, попасть оттуда, куда мы оттуда пришли? Неизвестно. Это ну? Счастье, что сюда еще война не пошла. Не разрушили ничего. Вот выход к воде. Ой, как рядом вода, смотри. Какой муниципальный номер это, Свирская? Я не помню. Такой маленький проход, это он так сел, и такой был малюсенький, надо нагибаться. Это Сиверское озеро. Смотри, Марин, смотри, как рядом уточки, не напугай. Смотри, Грес, не напугай, не напугай.
Это тоже папа, что ли? Вот, смотрите. Ну, похоже. Может, это мамы такие? Может, мамы теперь такие. Этот под мамой. Ой-ой-ой, напугаешь. Не топай, Мариночка. Ой, сколько ж их? 5, 7. Нет, они не дадут, они убегут. Смотри, как она интересно запрыгивает. Мамаша-то вон плывет. Она с подружками на тусовке была, вон ты, мамаша. Да, эти все мимо, а эта пришла. Сейчас отругается и скажет, что вы стреляете? Все, всех выгнал. Ничего себе, а ты что согнала-то? Она говорит, не подходите. Знаешь, к людям. Подумала, что мы кормить будем. А тебе были не за ее. Короче, она отругала кого-то, выгнала. У нас экскурсия по Кирилло-Белозерскому монастырю заканчивается. Сейчас будем выходить. Пишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь здесь.